И сегодня мы вас познакомим раз с системой, два с человеком, с Пашей. Хотелось сделать что-то необычное, хотелось сделать что-то такое, чего нет у нас в городе. Паша, как и все ребята в автокасте, он делает минус красным гофрой и плюс тоже красной гофрой. 80-очка, как тебе? О, звук просто божественный. Даймонды 10-й, да? 10-й, 25-ки и Форд Т-1. Т-1. Т-1, как у меня, в принципе, стоит. Концерт у тебя второй и на 4 динамика? На 4 динамика в 0,8 Ом. Просто стоишь, наслаждаешься. Понятно, что система только разминается. Но, ребят, если вы хотите классно, вот это классно. Это классно. Ребята, офигенно играет, причем пионер тема. Да. Ты думаешь сначала о магнитоле? Да. Сейчас. Я уверен, что вот такой звук это только благодаря магнитоле. Ребята, привет вам, Уральскую пятерку! Вы находитесь в магазине Автокаста, у нас позитивный магазин автозвука. И сегодня мы вас познакомим раз с системой, два с человеком, с Пашей. Это человек, который общается с вами в нашей группе ВКонтакте. Это тот человек, который, если косячит, то это он. Если вам все нравится, то это тоже он. Ну, по крайней мере, как я знаю, вам все нравится. Вот так получается. Паша, не покладая клавиатуры, отвечает на все вопросы, продает вам, консультирует и прочее. Все получается у тебя нормально? У меня вообще все пушка. Все, смотри-ка, сегодня сделаем обзор на Largus Паши. Паша музыкой занимается уже лет 5, может и больше, да? Ну, что-то такое. Да. Приобретя Largus, ты когда его купил? Чуть меньше года назад, получается. Мне кажется, уже месяцев 5 нет. Mm-hmm. Короче, Паша взял Largus с задумкой о том, что он все-таки соберет сюда музыку. Собирал все он на свои деньги, то есть магазин Автокаста ему ничего не выделял, ну, только, конечно, скидочку там Паша покупал, все по классной цене, но сам все собирал, друзья. Largus новый, 19-го года, и теперь предоставим слово Паше, расскажи свою задумку, что тут хотел сделать. Хотелось сделать что-то необычное, хотелось сделать что-то такое, чего нет у нас в городе. Мне кажется, у меня получилось, не видел ни одной машины с такой системой, с такой компоновкой усилителей в области. Вот так. Давайте уточним, что не система именно фронта, а именно компоновка, как он все это как сделал это на фронт. Сделано, да. Да. Поэтому тут есть своя компоновка, а так, в принципе, систему начнем рассказывать, показывать. Ну, поехали, давай, Паш, ты что-то про подкапотку расскажешь, про питание самой системы автомобиля, есть что все рассказать? Все штатно, там абсолютно. Ничего не переделано, просто кинуты два провода. Кол. Штатный двигатель на 320 лошадиных сил, генератор на 520 ампер-часов, да? Да. Все это штатное первый, с завода. Да, с завода. То есть это было написано на листовке, когда покупал машину, что 520 лошадей. И генератор на 320, да, сразу такой маркетинговый ход. А сколько тут что движок? Какой? Восьмиклапанный движок, обычный, вазовский, не, но вся подкапотка, все навесное от Renault. Давай покажем подкапотку Ларгуса. Без проблем. То есть, Павел также занимается тем, что Largus использует в том числе и для работы. Мы что-то отправляем ребятам, поэтому у него такая вот машина сейчас, и он кайфует, в принципе. Новую тачку взял, и обалдеет. Новая тачка класс, скажи, с салона, да? Пушка. Новая тачка с салона класс. Не сидишь на бомбе. Че, акомовский аккумулятор, провода штатные. Ну-ка, ты говоришь, как нечего показать. Давай-ка мы покажем как раз. Тут ничего, вай. Так. Нет, как покажем, колбу с предом и все. Найди ее. Если у вас штатный аккумулятор, я найду. Она где-то должна быть. Или ее здесь нет, хочешь сказать? Вот она, все понятно. Смотрите, плюс и минус. То есть, Паш, ну что это? Это минус? Это минус. Хорошо, смотрите. Паша, как и все ребята в автокасте, он делает минус красным гофрой и плюс тоже красной гофрой.
что, не было синий, что ли? Да. Что за... Да ладно, блин. Короче, ладно, смотрите, минус закреплен жестко, классно. Тут, кстати, классные клеммы, да? Конечно. Была возможность закрепить. И плюс, колба стоит вот здесь, ребят. Обязательно ставим колбу для того, чтобы защитить систему от какого-либо короткого замыкания. Уходит все туда. Да. Закрываем. Все, движок стандартный, все стандартно. Паш, давай сам рассказывай, потому что я рассказываю по твою систему, которую ты знаешь больше меня. Ты... Стой, не бросай, подними. Теперь можно. Давай с головного устройства, друзья. Что хотел сначала поставить и что в итоге поставил? Сначала хотел поставить Alpine, потом подумал, что он мне не нужен, взял 520-го Пионера. И вдруг подвернулась 80-я башка Пионер ПРС. Ее. Да что подвернулась? Паше по наследству от Батыра за определенную сумму денег. За сколько ты он тебе продал? 12 тысяч. Короче, Паше по наследству от Батыра. Батыр урвал себе 99-й Пионер. Кстати, вот ту десятку, которую вы смотрели на обзоре, там сейчас стоит 99-й. Только я его купил, блин, за полтос, а Батыр его купил за 23 тысячи. Он выглядит так же, как мой. Ну, это прям, ну, прям, он прям жестко. Почему? Да. И он за 12 продал 80-го и получил за 13 тысяч 99-й Пионер. Ну, мы сейчас о твоей системе. 80-очка, как тебе? О, звук просто божественный. Даже не думал, что так может играть. Обычно 510-й, у всех 20-й, слушаешь Alpine. Да, это прикольно, но как играет вот именно ПРС-серия у Пионера? Ну это ПРС, да, это действительно там топчик, серия. Топчик. Там у них есть динамики 1000 за 40 где-то, да, ПРС как раз. Ладно, не жалеешь, что поменял штатную голову на Пионера? Отличный вопрос, штатной головы не было. Машина была полностью без музыки, как любит АвтоВАЗ. Штатки не было. Смотрите дальше. Наш мастер элитный, Паша ездил, сколько Паша ездил без обшивок? 3 месяца ровно. Ровно, это нормально, стандартная схема, ребят. Была такая же у меня ситуация, это ништяк. Ничего такого нет, долгожданный подиум. И как тебе, Паша, что получилось? Выглядит лучше, чем у всяких BMW и Мерседесов. А после установки как будто села еще раз в новую машину. Короче, круче, ребят, карты получились круче, чем штатные, намного, блин, да? Да, штатные, как у лучше штатных Мерседесов. Лучше штатных Мерседесов. Смотрите, здесь все кожа, перетянута кожей, вставка со строчкой. И у нас, Паш, что стоит на фронте? Даймонды 25-е. Даймонды 10-е, да? 10-й, 25-ки и Форд Т-1. Т-1, как у меня, в принципе, стоит. У меня такие же рупора. Охренно играет вообще. Так, ну вот это такая связка, ребят. У Паши пока только фронт. Пока САП, как-нибудь потом. Ну, когда товар не надо будет возить. Да, когда не надо будет пользоваться всем удобством Ларгуса, то тогда будет фронт. Хорошо, давай теперь самое интересное покажи. У нас есть фронт, магнитола и где все расположено. Расскажешь? Не самое такое типичное место, когда просят показать усилители. Друзья, смотрите, до спинок за передних сидений дальше ничего нет. Система находится вся там. Прикиньте, это очень прикольно. Ну, давай, рассказывай тогда, что я с той стороны посмотрю. Стоит два бразильца. Снизу стоит... Подожди, бразильцы. Концерт это кореец как раз, а не бразилец. Это бразилец как раз. Точно? Точно. Не путаешь? Нет. Мне кажется, это кореец. Он работает 0,5 спокойно. Не работает. Короче, ладно, давайте, ребят, это кореец по факту, концерт. Ну, давайте, я буду считать, что он бразилец. Да. Ну, мы для вас... Просто маленькие размеры, как бы мощность огромная, попахивает Бразилией. Ну, окей, пускай будет. Концерт у тебя второй на 4 динамика? На 4 динамика в 0,8 Ом. На все сейчас греется, но с кондером не греется. Потому что там стоит еще вывод, воздуховод, чтобы в ноги дул. И он как раз офигенно на них охлаждает. А этот в защиту не уходил ни разу? Пока нет. Нет, все четко. Музыку слушаешь нормально, стабильно. Да, ну системе пятый день. Пятый день системе, 5 дней эксплуатации. И вот этот малыш 800-й на что? На рупора. На рупора. Лома. Вот это точно бразилец. 4 пальца, пол ладошки. Как тебе усь? Все говорили, что будут наводки, что будет фонить. Это же Бразилия. Ни одной наводки вообще нету. Но тут проложены хорошие межблоки. Межблоки использовались Pride Diamond. Сила вся использовалась брендовая. Провода акустические использовались брендовые. Всего лишь один межблок. Не два, один. Почему? Разрезан на две части. Точно? Ну потому что куда 5 метров? Я понял. То есть это экономия. А ты сколько выписал межблоков? Я взял себе вообще два, но один я подарил своему товарищу.
А один остался у меня. Ребят, ну что, вот такая незамысловатая система. Давай, Паш, посчитаем вообще, сколько обошлась система, чтобы ради интереса рассказать бюджет. У кого есть Largus, ребят, у кого новый Largus, вы можете собрать фронт. Вы сейчас услышите, как это играет вообще офигенно зачетно. Под капоткой ничего нету, магнитола стоила 12 тысяч рублей. 12 тысяч рублей. 12 тысяч рублей, карты стоили. Ну, 18 тысяч рублей. 30 тысяч рублей. Динамики стоят, мы возьмем розничные цены. 26, это у нас 30 и 26. 56 тысяч, рупора 7. 700. Ну, 8. Ну, 8. Это получается сколько? 30 и 26. 56? 56 и плюс 7 еще. 56 и плюс 8. 64, усилок 1,8. 1,20, другой 8. 8. 28, 64, 28, 92. И проводка, пускай будет. У меня еще там дубляж в багажнике лежит. Ну, 8. Общем, пускай 8 тысяч с работой вместе. Нет. Месяц? Работа мне обошлась в 9 тысяч, и провода примерно тысячи в 12. Ну, 100 тысяч рублей получается. Да. Сотка, ребят, сотка коплением. Паша копил потихоньку, это действительно машине год. Не копил, так? У меня была девятка с музыкой, которую мы не успели снять. Все из нее было продано. Машина была отдана официальному дилеру. Все деньги, которые я получил с музыки. Девятку в трейдинг ты эту отдал? Да. Че, реально? И за сколько ее взяли? За 45. Нифига себе, я думал, такого не бывает. Короче, девятку в трейдин на Largus. Вау, вот это прикольно. Ну все, включай давай, Паша, врубай. Пятый день в системе. Паша еще вообще только начал ее эксплуатировать, поэтому действительно ездил 3 месяца терпеливо. Ну, много систем собираем, продаем. Я также все как бы ждал, собрал, делаю. Сейчас мысли дальше. Но это уже достойно, охренительно, как достойно, офигительно, да, как работает. Хочется сказать, что сейчас все работает. 40% мощности подается на динамике, 10 или 15% мощности подается на рупора. Пока разминка у нас. Пока разминочка. Пока разминочка. Ну, давайте послушаем. Я специально вот прям подойду к ним, потому что звук реально офигительно крутой. Не песочит, ничего, играет чисто. То есть нету неприятных ощущений, только кайф. Такое-то, ребят, немного подзавис, реально релакс у нас. Паш, покажи, какой закат великолепный, да? Закат великолепный, реально релакс. Просто стоишь, наслаждаешься, понятно, что система только разминается. Но, ребят, если вы хотите классно, вот это классно. Это классно. Офигенно играет, причем пионер тема. Да. Ты думаешь сначала о магнитоле? Да. Сейчас. Я уверен, что вот
такой звук, это только благодаря магнитоле. Динамики, конечно, классные, они могут это воспроизводить, но вот все основное идет с магнитолы. Поэтому, ребят, обязательно делайте акценты. Мы продаем все магнитолы. У нас есть 80-й, 99-й, да, 520-й. Но магнитола это реально решает. Потому что можно брать хоть какие дорогие компоненты, как мы это говорим, и все. Поэтому, Паш, ну что, пожелай, как бы ты мне вообще расскажи эмоции. Ты доволен? Я просто в восторге. Это кайф, да? Ну, долгожданный то, кайф. Это, ну, наверное, лучшая система, которая была у меня. Это вот то, что я хотел вообще изначально себе собрать, но у меня не хватало бюджетов. Она собиралась какие-то там 3 года, я 9-ку собирал. И вот сейчас это вот то, что я хотел. Я сейчас езжу каждый день, просто кайфую с этой машины, с этой музыки. И... Ну, вот какой, ребят, друзья, от звука это кайф. То есть и финиш, да, как говорит Саша наш, да, друг с Екатеринбурга, говорит, надо главное финишировать, то есть надо главное закончить проект и им наслаждаться, это очень важно. Ребят, вам отличного дня, уральскую пятерочку, автозвук в Ларгусе, это, соответственно, только начало, да, Паш? Да, конечно. Это первая часть, как бы, обзора, будет обзор еще, в любом случае, про сабовое звено, про какие-то добавки и так далее, про какую-то эксплуатацию определенную, да? Стена будет пилиться, стена. Но это... То есть пилится стена, тут все, машина взята именно для этого. 4.18, ну это ладно, это... Поэтому... Это в следующем обзоре. Пригоняйте в магазин Автокаста. Вам желаем всего самого отличного и, конечно, уральскую пятерочку. До встречи. Пока-пока. Это что такое? Динамик 15. Подожди, так это не твой динамик. Не который ты купил. Нет, где ты его взял? Да. Бушный. Естественно, он бушный. Штат собрал. Бушный? Да. За сколько? Бесплатно. А? Бесплатно. Почему? Ну, потому что бесплатно. Достался просто так. У него сейчас пока нет усилителя, но усилитель я сделаю. В нем был усилитель? Да. По идее? Да. Тебе достал. Ты своровал, что ли, его? Да нет, конечно. Достался бесплатно. Стырил, блин, магнитолу. Сейчас мы еще обзор домашечки снимем. Заруба. Да, давайте маленько это. Тут еще смысл-то какой. Домашку, которую увидели, я рассказывал. Мы еще САП там не показали, Паш, да? У меня есть САП. И Павел собрал себе домашку, то есть бюджеты разные, ну я просто покупал, потому что нету времени собирать, да и в принципе, блин, наверное, я бы и не собрал, потому что Паша здесь более... Ты скажи бюджеты, 40 сколько? 5? Подожди, 40 акустика, 20 проигрыватель и 25 сабвуфер. То есть почти 8. У меня проигрыватель есть, мы его не будем, наверное, считать. Нет, проигрыватель не будем, а вот САП и это давай, 60 тысяч рублей. Это у тебя сколько? 5 тысяч рублей. Это что такое? Это САП, усилитель и 5 динамиков. Почему 5 динамиков? Потому что у меня такая система. Хорошо. А у тебя есть Bluetooth? Bluetooth нет. Все, все, можно даже не общаться. И как ты слушаешь музыку? Через... Телефон, смотрите, Паша слушает кассеты. Этим все сказано. Окей. Кассеты, VHS там или у как. У тебя есть пульт, который можешь настроить высокий, низкий? Конечно. Все. Одновременно. Одновременно. И ты можешь уровни смотреть. Все делаю вообще. Смотрю уровни, слушаю суперзвук. Ребята, да все, харе про домашку, это потом. Давайте уральскую пятерку, все четко, пока-пока. Как будто тихий трек, Паш. В смысле, это вот мой, который я слушаю. Я понял, он как будто тихий. Классно Даймонд играет, конечно. Тут есть трель такая интересная.
вырубай, тогда будем.